Вы хоть представляете, как сильно вы облажались? Вам приказали доставить груз и свалить оттуда нахрен! Нас обнаружили, пришлось импровизировать. И вас озарила идея проехать на танке по улицам Сараева? Так точно, сэр. Я что, похож на дебила? Так точно, никак нет, сэр. Есть тут еще одно дело. Ходят слухи, во время Второй мировой нацисты конфисковали у французов золото. Местные взорвали дамбу, затопив деревню с немцами и золотом. Пришло время золото поднять. Что скажете, парни? Вперед! Вы понимаете, что речь идет о золотых слитках на 300 миллионов долларов, которые пропали полвека назад? Крупная несанкционированная спецоперация. На глубине 50 метров под водой. В самом центре вражеской территории. Это наш шанс совершить для этой страны что-то великое. Да, детка. Теперь еще и охотники за головами мечтают о встрече с вами. Мы честно не деремся. Не парьтесь, я тоже. Вы понимаете, что нарушили присягу? Всегда мечтал уйти красиво. Они рядом! Пошел, пошел, пошел! Нужно было другие труселя надеть. Впереди танк. Сзади еще один. Ну что, парни, поплаваем? Ain't no stopping it. Ain't no stopping it. Let the games begin.